Спанч Боб. Я примчался, как только узнал, что ресторан Красти Краб в беде. Ну и где он? Где этот Бабл Бас? Он ушел, мальчик мой. И сейчас он сильнее, чем когда-либо. Вся моя энергия ушла на то, чтобы не дать ему разгромить ресторан. Что? Я сразу понял, что он явился сюда не просто так, а за секретной формулой. Ну как он узнал о темном бургере с 5 огурчиками? Ему удалось забрать с собой только огурчики. Про существование бургера он не должен был знать. Хотя... Он смог одолеть мистера Крабса? И чего же мы ждем? Ждем он зубки! Пока он в районе летучих полей, я уже поручил это дело кое-кому. А именно, Сквидфорду. Отправили его в одиночку. Да Бабл Бас из него снова стандарт сделает! Я в курсе! Но больше послать было некого. А секретную формулу нужно защитить в любой ценой. Пока вы возмущаетесь, ваш работник борется во имя вашей мечты. А если он покалечится? Сейчас моя задача оставаться здесь и защищать свой ресторан. А то, что касается Сквидварда, он знал, что работать здесь нелегко. И это его шанс доказать, что он чего-то стоит. Я никогда не верил в сплетни о том, что мы готовы на все ради выгоды. И о том, что алчное чудовище с огромными лесистыми клешнями, для которого деньги превыше всего. Выходит, это были не сплетни. Ох, Спанч Боб, когда им правишь ты... О, любимая, вот эта вот штука тут много еще разных. Вот это у него ноги вообще короткие. Сквидер прикольный. Не понял я, что нужно верить только в себя. И я пошел навстречу солнцу и побежал за полной луной. Начать любить никогда не поздно. Хоть и бывает порой тяжело. Я знаю, что этот длинный путь, я не смогу пройти его один. Я верю, что встречу свою любовь и стану непобедим. Воу, мне вот это нравится, я помню, я на YouTube поставила. И вообще, при чем здесь вот эти вот люди? Посвящается Стивену Хилленбергу. Так точно, капитан. Медузи поля. О, черт! Пока Сквидвард не сковал жизнь, я просто сидел тут и выдавал пузыри. Какой позор! Сквидвард, где же ты? Патрик! Сэнди! Спанч Боб! Сэнди, где Сквидвард? В последний раз мы видели, как он сражался возле того булыжника. Сражался? Так какого морского дьявола вы не помогли ему? Мы хотели, но он сказал не вмешиваться, да? Он хотел постоять за свою воинскую честь. Хотел доказать, что способен защитить то, чем действительно дорожит. И влезть в этот бой было бы неуважением к другу. Вы серьезно верите в эту рыбью трепку? Кроме того, они еще и внешне привлекли.